Всем привет! У нас сегодня спонтанная вылазка в Кусковский парк. И не только парк, а еще постараемся зайти во дворцы во все. Вот углядели, мы пошли на поляну невест, я тоже. И большой дворцовый пруд. Пойдем туда, дальше. Вообще нам все уже нравится, очень даже. Ох, большой пруд. Люди жарко, люди загорают. Вон туда пруд идет дальше. Часть дворцовая. Пойдем покупать билеты. Что у нас по ценам? Видно, что школьник. Дворец и грот мы взяли. Да, то есть давайте. Можно Эрмитаж, Голландский дворик. Можно выбирать. И есть единый комплексный билет. А есть, в принципе, единый за 700 рублей, но это на целый день. Пошли навстречу приключениям. Вообще. Сейчас посмотрим. Красивый очень дворец. Я там была, когда была еще вообще разруха какая-то. Да, а сейчас отреставрировано, мне вообще не было. Отреставрировано. Дырочку поставят. Спасибо. Пошли вперед. Ой, красота. Там домик такой голландский. Пруд. Вот продолжение того пруда, где мы были. Но мы идем вперед, по дворец. Дворец на пруду впереди. Красота. Аллея такая. Пси. Прям ух. Я говорит, не хочу. Вставай к тете, которая как лев лежит. Пойдем, да? Да, мы тут сфотографировались, нам сразу свистеть начали. Потому что все очень старое. Мы прислонились к этой тете. Сейчас посмотрим на пруд. Сейчас иду. Саташ. Фотографируем без вспышечки. Ну, тут можно инвалиду прийти с коляской. Печка. И снова картина. Так, я ускоряюсь, говорю, то буду долго ходить. Самое главное. О, тут можно мимо него ходить. О, нет, нельзя. Я не видела веревочку, я альтистка. Бильярдный стол.
только ногу поставил за веревочку, он сразу начал на меня ругаться. У нас графиня Шереметьева. Это сам граф Шереметьев. А тут кто? За красивая женщина. Княгиня Черкасская. И свет, потому что все зеркала. Это Клеопатра со змеей, все, я вспомнила. Дорогая, там мы с бабушкой уже ушли. Вот меня это привлекло. Штука. Сейчас как заорет, как в прошлый раз. Пошли вперед. Вон там впереди целая филада комнат вообще. Ух, какие бобелены. Бобелены какие. Павлинами. И вон там тетеньки. А тут какой-то летний парк. Ой, там окно, я думала, там что-то не то. Это что такое? Две курильницы из мебельного комплекта. Это курильница, оказывается, вот эта вот. Две курильницы.
Берлинце французская работа на четырех резных ножках. Пристроен вот это органчик. Не знаю, что тут у нас правильное есть. Сам органчик вот там. Это Елизавету, что ли? А мне вот эти нравятся на стульях. Там дальше кровати и столики. О, это парадная спальня, это для приемов спальня. Парадно принимали за вот такой вот штукой. Какие цветочки на колонны. Вентиль тут. А мне цветочек понравился вот этот. Лилия. Что снимай? А вот часы. Я не подняла руку. Потому что я думаю, что тут все натурально, чтобы свет не портил. Ничего. Какой столик хороший. Чего дверки? А, натуральные эти. Какие дверки? Ну, шкаф, наверное. Или это в соседнюю комнату. Да? Горшки. Горшки, не знаю. Под кровать. Под кровать? Что же, приносили и уносили? А может, там девушка сидела ночью и сторожила? С горшком все, вместе? Все, что угодно. Я просто хочу сказать, что... Для чего шкафы сюда прятали скелеты, я поняла. Как? Невинность между мудростью и любовью. Чего, невинность между мудростью и любовью? Нормально. И лестницы делали, когда вдруг соседи. Тут мы где-то вычитали натюрморты, обманки первые были. О, печечка. Какая? Это печечка, не знаю. Я смогу обмануть. Какие часы классные, да? Оказывается, что открыт шкаф с книгами или что-то еще. То, что личная уборная. И вот это еще интересный. Там бисер, если приглядеться. И потом сейчас с вами смешно. Бисером вы что, бисером? Да, да, да. Выложен бисером целиком. Там смотрели в Стамбуле. О, тут в жемчугах у нас бисер. Обои мне тоже нравятся. Столик выложенный бисером, ты видела? Где еще? Значит, это натюрмортами, обманками. Обманками, потому что предметы на них написаны, как тогда говорили, живоподобно. Вот смотрите, две картины, они изображают дубовые панели, там полочка, на полочке сидит попугай, панели пришли. Ой, какая голубая софа. Снова плафон. Вот она, печечка сзади, я там говорю, где печка.
Добрый день. Очень интересно. Даже без экскурсовода, но тут бесплатные экскурсии, прям каждые сколько-то минут идут. Вот от этого, от главного входа прям ходишь во дворец, собирает экскурсовод народ. Была известная крепостная актриса, которая играла в театре Шереметьево. Вообще театр Шереметьево, может, это организует его отец Петр. И в то время в театре очень много молодых актеров. Например, Прасковья дебютировала в возрасте очень раннем. Уже в 12-13 лет у нее были ведущие роли, ведущие партии. Потому что детей крестьян отбирали для игры вот в таких труппах в 5-6 лет. Просто выбирали самых способных мальчиков и девочек. Они на самом деле были очень способны. Они знали чаще всего несколько иностранных языков, потому что часть каких-то оперет, они были на итальянском, например, языке. Они также знали хорошие манеры, потому что с ними общались напрямую графом, как бы считался руководителем, над руководителем, да, то есть он курировал. Это у нас была вседневная опочивальня, и дальше мы идем в картины. Ой, тут можно влипнуть надолго. Мне показалось, что он в наушниках. Так, и кто где у нас тут? Есть. Вот в Москве на улице Никольской, и здесь в Пускове, в английском пейзажном парке, был построен дом уединения, где он останавливался. Гости же приезжали и уезжали, порой даже в ночи. Дорогу освещали факелами, смоляными бочками. Это дворец прямо с воздухом. У каждой картины своя рамочка, свое пространство. А есть шпалерные, когда рама к раме, и стен вообще не видно. И вот при такой шпалерной ликопробе что делали? Рамы покупали заранее, красиво размещали на стенах, а потом картины. И вот если знать очередность покупки, то понятно, почему Петр Борисович пишет своему управляющему. Купи картины, схожие по цвету и пристойности, я думаю, качество живописи, и такие, чтобы их можно было обрезать, чтобы, ну, если на тот случай, если будет заранее революционный рам. О, у нас там парк. Вот танцевальный зал. Это известно, тут концерты играют всегда. Выход. Мы пока еще все не посмотрели, чтобы уходить. Она вся зеркальная. Там стоит. Низ здесь проходит туда. Ну, сейчас я покажу, да, вот я иду. Меня видно. По стене идут зеркала с хрусталями, всякими штуками. Очень красиво. Вот там балкон. Там подоконник я задела, в общем. Она меня полюбила. Так, не интересно, да? Ой, а там уже, небось, никого нет. И вышли мы в сад.
орган там остался играть без нас. Пойдем в сад. Пойдемте в номера. Мы идем в грот. Говорят, он очень красивый. Здесь большой красивый сад. Впереди там вот оранжерея. Вот. Мы идем в грот. Вперед. Ой, Вера, смотри, какой здесь красивый этот. Аллея какая. Вот она. Грот нас впечатлил вообще по полной всех. Просто потрясающе. Ну, окей, пойдем. Идем.